Трагически закончилась и история с поисками пропавшей медсестры больницы Карасайского района Алматы. Тело женщины спасатели обнаружили в реке Каскелен, в 2 километрах от места, где ее видели в последний раз. Гульнар Есиналиева пропала 18 июня. Медсестра выехала с коллективом на корпоратив на свежем воздухе и домой уже не вернулась. Женщину искали всю неделю, как полицейские спасатели, так и родные. Ее 22-летний сын целыми днями инспектировал русло реки Каскелен, пытаясь найти свою мать или свидетелей, которые могли видеть ее. На 7-е сутки после пропажи родные обратились к экстрасенсам. Они сообщили, что Гульнар Есиналиева утонула. В итоге эта версия подтвердилась. Сегодня тело женщины увезли в Кызылорду на ее малую родину. Обстоятельства ее смерти выясняются.